Всем привет, друзья! С вами снова Дэнни. И сегодня я начинаю прохождение игры, которую планировал пройти около года назад. А именно, Outlast 2. Сюжетная эта игра никак не связана ни с первой частью, ни с продолжением. В целом, я мало представляю, что будет меня ждать в этой игре. Но так как я любитель этой серии, да и страшилок в целом, попробую это выяснить. Игру я запускал около года назад, чтобы применить первоначальные настройки. Так что думаю, стоит начать с новой игры. Ну а первое, что нам дают выбрать, это сложность. Нормальная, высокая, кошмарная или псих. Я, пожалуй, ставлю нормальную. Игра Outlast 2 содержит сцены тяжкого насилия, изображение крови, графический сексуальный контент и ругательство. Наслаждайтесь. Продолжить. Итак, предыстория. Лин Лангерман занимается журналистским расследованием убийства беременной женщины, произошедшего при невероятных обстоятельствах в одной из деревень Аризоны. Вы Блейк Лангерман, ее муж, помощник и оператор. Снимайте все, что видите, ни один из вас не умеет драться, чтобы справиться с ужасами, ожидающими вас в пустыне. Единственные варианты – бежать, прятаться или умереть. Продолжить. Когда Иисус Христос из Назарета сверг смерть во славу Господа, антихрист храма врат дол... не успел. Итак, я, значит, муж и оператор. Пожалуйста, Блейк. Где ты? Мне страшно. Это его жена? Кто-то идет. Он идет. Оу. Пожалуйста, Блейк, он здесь. Пожалуйста, Блейк, отстаньте, быстро! Господи, Блейк, ты действительно спишь? Я не сплю. Тебе стоило поспать прошлой ночью. Мне нужно было организовать съемку в той больнице. Ты произносил имя какой-то другой женщины. Что? Спалился. Кажется, Джессика. Нет, я не знаю никакую Джессику. Нет, то есть... Мне снилась Джессика Грей из моего детства. Ах да, я ее не вспоминала. Они очень давно. Мы пересекаем границу резервации. Ты сказал, нужно искать что-то вроде завода? Да. Можем попробовать, но тут ничего нет. Тут вообще ничего нет. Какие красивые капельки. Она должна была провести не меньше 10 лет рядом с каким-то большим заводом. Это про женщину? Ну как скажешь, ты мне за это платишь? Нам нужно записать вступление, когда мы будем на месте. Это важно для монтажа, конечно. Так, она репортер, я ее муж, и я ее снимаю. Не могу регулировать диафрагму. Звук будет ужасным, нам придет... Придется. Что произошло? Извините, ребята, левая панель плохо отреагирует, но все в порядке. Так, я очкарик, значит. Это было круто. Сделай мне максимально обширный пейзаж, понял? Все в порядке. Давай, тренируйся, я пока осмотрюсь. Сухпай? Хавай? Так, да, ведем репортаж. Я Лин Лангерман с новостями для завтра.нет. Мы пролетаем над резервацией индейцев. О, мы ищем информацию о происхождении жертвы. Слушай, Лин, не думаю, что стоит говорить жертва убийства. Мы не знаем это наверняка. Лучше сказать, что она сама себя задушила. Ну, так написано в полицейском отчете. Мы можем поставить это интервью с доктором. А, это перед интервью. Думаю, нам тоже стоит упомянуть о плоде, то есть о том, как он... Что с ним было? Здесь. Дай попробовать версию, которую мы сможем использовать. Хорошо, можно. Блин, болтают так быстро. 2 недели назад была найдена молодая, босая, беременная женщина, которая в одиночку брела по пустынному участку шоссе. В сотнях километрах от ближайшего... О! Что? Эй, друг! Ты, твою мать, лови ее! Держу! Господи, что происходит? Походу мы падаем. Черт. Outlast 2. Бодренько. О. Иисус. Блин, я даже не заметил, что я на геймпаде играю. Ох, как тут темно. Давно я не играл в страшилки. Сколько там время? О, тихо, Том, закройся. Время 6 часов и 5 минут. Это мой ящик? Так, это те коридоры, в которых мы сейчас находимся, я так полагаю. Это я? Так, а что с управлением? Блин, до чего громкий геймпад?
А тут Джессика. А вот она, Джессика, это с начальных классов, как он говорил. First place. Первое место. Интересно, она справа или слева? По-моему... Блин, они одинаковые. Ладно, хрен с ним, я слишком заморачиваюсь, походу. Тут ничего интересного. Блин. Как-то жутковато здесь. Кто-то здесь есть? Можно выглянуть? Блин, я нифига не могу сделать. О, дядька! Эй, учитель! Блин, кто ты? Эй, дядька! Мне тут стрёмно. Забери меня с собой. Блин, он просто ушлепал. Ушлепок. Как-то все разбросано. Канада, Мехико. А где мы? Обычно в школах рисуют кругляшок, где ты стоишь рядом с картой. Ладно, погнали. Но пока ничего страшного не происходит. Я мирно иду по коридорам. Кто-то орет. Может, попить можно? Нет. Наверное, это расписание. Блин, до чего прорисовано? А игра вроде 10-го года. Воу, что? Твою мать! Мы тут не одни. Что это было, блин? Кто такая Джессика вообще? Ладно, хрен с ним. Я забыл свое имя. Буду звать себя муж. Опа. Ты живой, друг? Коснитесь X несколько раз. Окей. Красава. Давай, поднимайся. О, камерка. Пригодится. Ого, нифига себе. Как-то мы осыпались в разнобой. Интересно, там есть кто-нибудь живой? Эй, Лин! Задачу всегда можно увидеть, нажав... А ну-ка. Найти Лин. Ничего важнее, Лин. Ну окей, я согласен. Конечно. Откуда ты прилетел? Как ты вообще сюда упал? Что рядом горит? А, понятно. Я думаю, почему здесь так светло? Блин, что это вообще за... долина такая стрёмная. Так, давайте осмотримся, что можно делать. Нагибаться влево-вправо. Так, стой. Это поворот. Это камера. РБ, это камера. Б, это присесть. А, это прыгать. Y непонятно. X тоже. Так, драться мы не умеем, да? Что у нас на клавише? Тоже ничего. Давай посмотрим, что у тебя с камерой. Так, это ты можешь осматривать. Использовать бинт. А, нифига себе, прикольный инвентарь сделали. Можно осмотреться на себя и что-нибудь использовать, батарейку или бинт. Интересно, батарейка расходуется на то, что я просто зыркаю на камеру? Отображение в хронологическом порядке. Это что, то, что мы снимали сейчас? Подожди. Блин, погоди. А, я запутался. Давай-ка еще раз. Я хочу посмотреть, что мы сняли. Окей, посмотреть запись. Исход. Смотрим исход. История Джейн Доун, часть 1. Играть. О, прикольно, это как я снимал, смотри-ка. Сейчас глаз увеличится. В натуре. Так, окей, с этим я разобрался. История Джин Доу. Ого. Может быть, на записях что-то стрёмное увижу. Так, здесь пока непонятно. Что там засветилось в конце, я вот этого не понял. Блин. А больше ничего и не дает сделать. Ладно. Я могу с помощью камеры посмотреть, что внизу? Блин, на мой взгляд, тут вообще никого живых не осталось. По крайней мере, никого не вижу. Блин, надо спускаться, спасать своих. У нас есть пилот и жена. Лин. Блин, а здесь не упадешь? Давай. Ух ты! Красава. Так, пока ничего не понятно. Чтобы перепрыгнуть провал, нажмите А, двигаясь вперед. Окей, есть. Эй, Лин, ты здесь? Чтобы забраться на выступ, двигайтесь в его направлении. Окей. Лин! Я иду. Чтобы спуститься с выступа, нажмите Б. Окей. Эй, есть кто-нибудь живой?
Так, прыжок не забыть. Оп. Вроде справился. Эй, друзья! Важные события должны быть сняты на видео. Нажмите RB, чтобы навести камеру, и нажмите X, чтобы продолжить. Окей. Кто-то стонет, по-моему. Jesus. Господи, это... No, тел нет, ее здесь нет. Серьезно? Лин! Воу, не кричи так, придурок. Ее не... тут не было. Тело Лин не было среди обломков. Она еще может быть жива. Ну, логично, если ее здесь нет, значит она где-то... Да блин, погоди. Так, все, убери камеру. Так, и пилота тоже нету, я смотрю. Блин, а куда они могли выпасть-то? Лин, ты где-нибудь здесь? Anybody here? Здесь ничего наверху нет. Так, а что там? Посмотри-ка. Я что-то вижу. Ой, там что-то горит. Окей, подожди, я здесь что-то увидел. Поднять винт. Больше ничего интересного. Так, чтобы узнать количество бинтов, у меня их 2. Отлично. Не знаю, зачем это мне. Так, я нифига не вижу. Я пропустил тот момент, где написано, как управлять камерой, как включить свет. О, это что? А, это звуки? Прикольно, в первой части такого не было. А как включить-то? Как включить зрение? Я не знаю, я не понимаю. Ладно, подожди. Идет сохранение. Кто там? Вам видно отсюда? Там кто-то есть. Твой человек. О, фак ми! Fuck. Это что, пилот? Not happened in the crash. Ну, естественно, fuck это случилось не при крушении. Я, пожалуй, хочу обратно. А, блин, у меня же теперь есть Лин, о которой надо заботиться. Блин, а как включить-то камеру? Как включить зрение это инфракрасное? А, во, все, разобрался. И бежать разобрался, как? Ёлки. Он же уже мертвый, надеюсь. Капец. Кто его так? Так, материал отснят. Надо убрать и посмотреть. Я забыл, как посмотреть. А, все, понял. Find Lin. Найти Лин. Нет ничего важнее найти Лин. Я согласен, друг. Важнее только убраться вам вместе отсюда. Распятый пилот. Pilot. Пилот. Я даже не помню его имени. Пускай он будет Евгений. Kind of каким нужно быть человеком, чтобы содрать кожу с живого? Christ, Святой Иисусе Лин. Надеюсь, она жива. Что, с него кожу содрали? Просто не... Ох ты, блин. Просто непонятно. Ну, его вспороли, но... Ладно, друг, прощай. Ты не был мне другом. Хотя мне тебя жаль. Ёлки, куда я иду, непонятно вообще. Сдалось вам ночью лететь, ребята, вообще непонятно куда. Насчет какой-то беременной женщины. Надеюсь, я никого здесь не встречу посреди ночи. Перезагрузить. Кого? Кого? Батарейку? Окей, насчет батарейки я согласен. Так, походу, обратного пути у меня нет. А что там впереди? Ух ты, блин, тихо. Ух ты, как красиво. Что там, церковь? В натуре церковь. И крест настоящий. Окей. Надо посмотреть, что пишут про эту церковь. Играть. Тут не должно быть ничего на миле вокруг. Но... Я тут был не один, чёрт, я тут был не один. Естественно, с тобой был пилот и Лин. Конечно, ты был не один. О. Деревушка. Так, погоди-ка, пока разберемся с деревушкой. Может быть, тут кто-то есть? Кто поможет мне? Эй, друзья, здесь есть кто-нибудь? Мы тут разбились неподалеку. Эй, кто-нибудь? Лопата на месте. Ветряк крутится.
Чтобы перескочить через что-либо, нажмите А, двигаясь в его направлении. Опа-опа. У меня геймпад завибрировал. Ветер поднялся, я понял. Эй, друзья! Там разбитое окно, походу, да? Тихо. Возьми виллу, твою мать. Фух, ладно, уже нагнетает. Ладно, 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 надо собраться. Это не так уж и страшно. Эй, я взрослый мужик, я не боюсь никого. Выходите по одному. Что там? Твою мать, я не хочу с вами разговаривать, я хочу домой. Кто-нибудь? Мне показалось, уже там кто-то ходит. Ладно, надо попробовать зайти туда. Тихо. Там кто-то есть? Нет, мне уже кажется. Эй, кто-нибудь? Я заблудился и ранен. I'm lost. And hurt. Закрыто. Фух, никогда не радовался закрытым дверям так. В смысле, тут просто нога лежит? Прикол, да? В кастрюле. И они предлагают мне постучаться и зайти туда? Что это за заброшенная шахта какая-то или что? Просто деревяшки. А! Кто? Что? Твою мать. Грёбаный кактус. Я тебя ненавижу. Фух, мне уже начинает становиться стрёмно. Что там мелькает? Понятно, там кто-то есть. Велосипед. Прекрасно. Маленький велосипед. Почему бы нет? Блин, да чего стрёмно-то, а? Так, ну, игра начинает делать то, что мне нравится больше всего в ней. Постепенно пугать. Is anybody there? Есть кто-нибудь, пожалуйста? Please. Кто-нибудь? О-о-о. Распятый Иисус. Игрушки. Сапоги. Блин, как все притихло. Фух, постепенно становится стрёмно. Hey, hey, man. А мне кажется, он уже не жилец. Oh shit. Oh shit, you're. Вот дерьмо, блин. Да, тихо. Так, кто-то есть. Дай мне батарейку, я буду обороняться батарейками. Он открыл дверь? Нет, не открыл. Эй, друг! Да пошел ты в жопу, я к тебе не пойду. Так, здесь ничего интересного, картоха. Блин, надо посмотреть, что с этим чуваком не так. Я ж... Да, естественно, я без этого света нифига не увижу. Ты ножки ел? Давай почитаем, что ты писал. Моя дорогая милая Элли, я не могу вынести того, что мы сделали, и я не могу быть вдалеке от наших малышей. Блин, прикол, рядом со мной кто-то за дверью, а я стою, читаю письмо. Поэтому я решил покончить с жизнью, и надеюсь, ты простишь меня за то, что я оставляю тебя одну. И да простит мне Господь этот последний грех. Я знаю, что мы должны были принести их в жертву, но моя душа разрывается, и я больше не хочу жить. К счастью, конец близок, и мы сможем снова быть вместе, если только Господь не обречет меня гореть вечно за этот грех. Пока же я надеюсь, что в руках папы Нота ты нашла утешение, которое нужно каждой женщине. Навеки твой, Том. Интересно, что они сделали? Кто такой папа? Папа Нот? Пожалуй, я... Я не могу закрыть... А, не, я могу закрыть дверь, слава богу. Сиди тут и не открывай. Фух. Так, здесь ничего интересного. Туалет. Конечно же, туалет. Мне нужен туалет. Нет, мне не нужен туалет, мне надо проходить вперед. Я просто не понимаю, куда идти. Наверное, к велосипеду. Блин, я застрял. Мне кажется, или там кто-то есть? Вот там. Подожди. В натуре. Смотри. Ой, тихо. Я своего голоса испугался. Кто это, вашу мать? Вы кто такие? Почему они зыркают за мной? Фух, это становится стрёмно. Блин, интересно, здесь есть кто-нибудь? Там кто? Какая-то туша. Да, это бык. Это просто бык. Эй, здесь есть кто-нибудь? Перезагрузить, конечно же. Я не могу без света, мне стрёмно. Чтобы заглянуть, удерживайте ЛТ и РТ. Куда заглянуть? Куда заглянуть, блин? Смотри.
Да что вы себе позволяете, черти? Я буду жаловаться. Вашу мать, серьезно, а кто это? Не, понимаю, что это местные жители, но какого хрена они так пялятся на меня? Эй! Эй, я пришел с миром! Я просто упал с вертолета! Кто-нибудь видел? Да вы заколебали в натуре! Ты видел мою жену Лин? Эй, глазастик! Фига у него фонарики, блин, вместо глаз. Так, коровка. Муму. Муму. Так, осторожно. Не блю здесь нигде. А можно сесть на велосипед и просто уехать отсюда? Я думаю, что нет. Так, а куда меня ведут? Гол. Это человек. Серьезно, это человек? Ну это же человек, блин. Ёлки-палки. Кто там? Так, звук идет оттуда. Да я нифига не вижу. Я нифига не вижу, я нифига не понимаю. Да кто орёт, блин? Да быстрее, включи свет. Надо попробовать сюда зайти. Эй! Аккуратно. Фу. Что это за рожа? Подожди, звук же здесь, а здесь я был откуда-то. Да ну нафиг, я закроюсь, пожалуй. Бельтец. Сковородки. И давайте почитаем. Дорогой отец, наш возлюбленный Бог продолжает благословлять мое видение. И я уверена больше, чем когда бы то ни было, что наш враг с каждым днем все ближе. Я отмывала полы в комнате Даниэля, когда в меня вошла благословенная музыка и направила меня на путь истины, где я увидела создание, похожее на горящее солнце, со внутренними рядами зубов на зубах, свисающими ниже ног, которые приняла за руки, но которые были членами, готовыми к зачатию. И это чудовищное солнце сошло вниз, трахнуло землю и дало жизнь великому и горбатому ужасу из огня. Как это мило, блин. Я была наполнена тем же страхом, таким сильным, что я не могла дышать и двигаться, и увидела, как много лет назад ослепляла Даниэля щелочью, и попыталась поплакать, но не смогла, и когда я проснулась, то была мокрая от похоти, болезненно желающая ощутить в себе мужчину, и это чувство было очень похоже на страх. Я попыталась успокоить себя наставлением «Ужас похож на радость движений Бога», но мне бы больше помогло ощущение твоего мужского начала во мне, и неистовая молитва о том, чтобы Антихрист задохнулся в моем чреве. Самая верная из твоего стада в священном возжелании, Лиза. Понятно, тут жила какая-то искушенная нимфоманка, которая очень хотела мужика. Одноглазый Джо. Окей. Подожди. По идее, если кто-то здесь стучал, то он же где-то здесь и остался, правильно? Надеюсь, он не в шкафу. Спрятаться? О, тихо ты. Ты даже не осмотрелся. Может, он еще в шкафу? Нет, никого в шкафу нет. Ладно, пойдем на выход. Там никого нет. Фух, открываем. Подожди, а там можно как-то медленно открывать, да? Или мне показалось? Удерживайте X, чтобы открыть медленно. Да вы прикалываетесь, пошли вы в жопу с такой... В такой игре невозможно открывать медленно. Тихо, тихо. Блин. Да чего жути нагоняет эта игра? Ёлки-палки. Еще эти чуваки, которые ходят по лесу. Эй, кто-нибудь? Ого, как здесь темно-то, если так без фонарика ходить. Вообще не представляю. Блин, надо было-то бы хоть фонарик какой-нибудь. Что это? Еще какая-то съемка. Буду делать красиво, как настоящая. That's fucked up. Это полная задница. Не, на самом деле, а что там? Блин, заколебали. Тут кто-то ходит. Дети, дети. Фото детей. Что это значит? Игрушки. Так, давай-ка посмотрим. Find Lin. Nothing matters but Lin. Я знаю, что нет ничего важнее, чем Лин. Так, дорогой отец, это что? А, это можно еще раз прочитать. Так, окей, помнить утраченное. Давай-ка посмотрим. Стена трагедии с колючей проволокой. Я чувствовал напряжение кожи. Кто-то смотрел на меня. Но я никого не вижу. Фух. Сейчас дело за страшным. Зайти в этот гребаный дом. Чтобы открыть окно, нажмите X.
Посрочь. Фух. Мне кажется, я обосрался. Чтобы пролезть через окно, нажмите А. Да ну его нафиг. Пожалуй, я буду играть порционно. Иначе меня инфаркт схватит. Ух, надо проветрить. А то я действительно обосрался. Блин, это была всего лишь грёбаная ворона. Но как ее преподнесли, что усраться. Да блин, сколько тут дверей приоткрыть можно? Фух. Может где-то здесь, да, был? Эй, эй, друг. Блин, надеюсь, здесь никого больше нет. Ну его нафиг. Где сохранение, грёбаное? Как сохранить игру и свалить отсюда, ёлки-палки? Вы можете спрятаться под кроватью. Перезагрузить, конечно. Подожди, а там? Щеколда. От кого он закрывался? Фух, не так резко. Никого нет? А, вон, там дыра, через которую можно пролезть. Сюда я не могу, да, выйти? Ясно. Фух, слава богу, все сводится к одному маленькому проходику. Чтобы присесть, нажмите Б. Это я запомнил. Идет сохранение. Так, ребята, на этом, я думаю, на сегодня хватит. Я не хочу себя перегружать ужасами на первой же серии. Что будет дальше, мы, пожалуй, узнаем в следующей серии. Это я топчусь или кто-то? Нет, это я топчусь. Не забудь поддержать меня лайком, если тебе это интересно. И подпишись на мой канал. Всем пока и до следующей серии.